Всем здравствуйте! Сегодня показываю наших щенят. У нас остались два мальчика чихуа. Наш миничек. Вот такой он уже. Почти 4 месяца. Все прививки сделаны. Наша грифушка оставлена себе. Девочка черная. И пуфик. Длинношерстный чихуахуа мальчик. Миничек наш. Да. Вот так они носятся. Места у них очень много. Когда мы дома вольерку им открываем, когда куда-то уезжаем или уходим, они в вольерке для своей же безопасности. Вот такие малыши у нас. Кружки у них тут, трахейка, пуфик, пуф, ко мне, малыши. Щенят мало, тишина и покой. И даже как-то немножко скучно, да? Но у нас подрастает вот такое новое семейство малышей. Белое шоколадное царство. А это старшенькие. Грифушка наша. Попалась кадр.